Уголовное дело по 8 статьям Уголовного кодекса РФ рассмотрит в суде Екатеринбурга, главным фигурантом которого стала жительница Уфы Земфира Гайнулина. Ее обвиняют в создании секты, где людей и детей избивали и истязали, а также в пособничестве убийства 9-летнего мальчика с особой жестокостью. Также под суд пойдут два участника созданного Уфимкой религиозного объединения. Методы у жительницы столицы Башкирии были антигуманные. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, она требовала от родителей наказывать детей избиением за то, что не следовали правилам организации. В декабре 2017 года женщина вовлекла в участие в религиозном объединении мужчину, который, следуя учению, систематически наносил побои 7-летнему и 12-летнему сыновьям, совершал иные насильственные действия, причинявшие потерпевшим физические и психические страдания. А через 2 года мужчина убил младшего ребенка в квартире, перенес тело в лес, рассказали представители надзорного ведомства. После экспертизы выяснилось, что и лидер религиозного объединения «Ученики Христа» Земфира и двое последователей страдают хроническими психическими расстройствами. Прокуратура в суде будет требовать направить фигурантов уголовных дел на принудительное лечение.